У нас всегда перед началом рецепта, там, подводочка, мы там что-нибудь рассказываем, рассуждаем. Но себе так жрать хочется, что у нас этого не будет. Просто посмотрите, какая красивая у меня женщина. И эта женщина еще и вкусно готовит. Поехали. У нас будет экспериментальный салат. Не знаю, насколько вкусовые качества его прекрасные, но мы попробуем и вам честно скажем. Для салата нам понадобится семга слабосоленая, авокадо, помидор, красный лук и для украшения шпинат мы взяли. Все ингредиенты нужно нарезать мелким кубиком. Масюля у нас, кстати, богиня по выбору авокадо. Смотрите, очень простой секрет. Открываете авокадинку, ну вот, отколупываете вот эту жопку, и если зелененькая, значит если норм. Если под плодоножкой вот эта вот часть зеленая, то значит все хорошо. Если там она уже коричневая, то все, от авокадо лучше не брать. Все ингредиенты нарезали, начинаем собирать. Мы будем собирать вот такое специальное кольцо. Если кольца нет, вы можете его просто купить. Либо, в принципе, можно обрезать из пластиковой бутылки, точно так же сделать. И кстати, хорошая идея, да. А так она продается в любом кухонном магазине. Рыбка у нас будет снизу, на самом первом слое, и сверху, как бутербродиком. Помидорчик. Лук. Авокадо. И все, сверху закрываем снова рыбкой. Немножко придавливаем крышечкой. И аккуратно снимаем кольцо. Оп! Вау! И получается праздничный салат. Очень красиво. Запах не передам, потому красивый, что лук такой вообще красивый запах делает. С помидорчиком. Кстати, семга это домашнего посола. Да, кстати, рецепт тоже есть. Снизу ссылка, свайпайте. Это Мосин авторский рецепт. Расскажу вам секрет. Угу. Если вы видите рецепт, угу, значит он получился вкусный. А, кстати, да. Если он будет невкусно, вряд ли мы его выставим. Ну, справедливости ради, я скажу, что у нас такого, по-моему... Нет, если что-то не получится, мы просто, ну, поорем, может, какой-нибудь бэкстейджер выставим. Угу. Ну, как бы, так, чтобы что-то не получалось, у нас не было. Ну, когда-то пирог взорвался, ну, так он еще больше зашел. Он, кстати, вкусный был. Он просто лопнул прям в духовке. В общем, короче, салат вкусный. Салат вкусный.